Ну что ж, добрый вечер. Я рад приветствовать всех на очередной сессии дискуссионного проекта «Культура 2.0» в рамках Петербургского международного культурного форума. Меня зовут Сергей Фадеев, я буду модератором сегодняшней сессии. Здравствуйте. Немножко о том, что такое «Культура 2.0», как всегда в начале наших сессий. «Культура 2.0» — это постоянно действующий дискуссионный проект Санкт-Петербургского международного культурного форума. Ключевой блок его образовательной программы. Открытый лекторий рассматривает культурный сектор через призму новой реальности. В центре внимания открытого лектория «Культура 2.0» — технологии в современной культуре. От цифровых и виртуальных технологий до социальных практик, технологий организации общественных пространств, инклюзивных и образовательных культурных проектов. В общем, сегодняшнее мероприятие посвящено теме дизайн-кода и называется «Дизайн-код и визуальная целостность города». Итак, немножечко о нашей сессии. Раскроем, так сказать, о чем мы будем сегодня говорить. Сегодня более половины населения мира живет в городах, и в следующие десятилетия доля городских жителей будет только увеличиваться. Поэтому создание комфортной городской среды становится необходимым условием для улучшения социальной, экономической и культурной жизни общества. Формирование качественного городского пространства невозможно без сохранения и развития его идентичности, а также соблюдение архитектурно-художественных требований, введение дизайн-кода как свода правил и рекомендаций по размещению наружной рекламы, навигации, элементов благоустройства служит цели создания стилистически единой, комфортной и безопасной городской среды. Обилие кричащих вывесок, в общем, негативно влияет на состояние города и создает визуальный шум, мешает горожанам ориентироваться и скрывает архитектурные элементы зданий. Дизайн-код помогает сохранить красоту фасадов и чистоту городского пейзажа, а также делает городскую логистику более простой и безопасной. Сегодня в рамках нашей дискуссии поговорим о вопросах внедрения дизайн-кода в мегаполисах и городах, поговорим об особенностях взаимодействия с бизнесом, который зачастую не готов к внедрению таких регламентов или не понимает, зачем это нужно. А также поговорим о том, как, задав рамки, не потерять разнообразие и уникальность, и самобытность городских пространств. Ну и самое главное, мы выясним, всем ли городам нужен дизайн-код. Я знаю, что по этому поводу есть разногласия у наших сегодняшних спикеров. А сейчас я представлю гостей. Итак, Лео Холлис, писатель, историк, урбанист из Великобритании. Лео родился в Лондоне в 1972 году, изучал историю в Университете Восточной Англии. Он автор трех книг по урбанистике и международного бестселлера «Города вам на пользу. Гений мегаполиса». В России, кстати, также опубликована эта книга издательством «Стрелка». Он публикует свои работы и выступает с лекциями по всему миру. Лео, добрый вечер. Добрый вечер, да. Добрый. Следующий гость сегодня Том Перри, руководитель направления архитектуры и городская среда Design Council, Великобритания. Том – градостроитель, обладатель магистерской степени в области ландшафтной и городской планировки. Человек, в общем, который непосредственно внедряет разнообразные технологии. Никита Владимирович... Добрый вечер. Добрый вечер. Никита Владимирович Токарев, директор архитектурной школы «Марш», профессор Международной академии архитектуры в Москве, эксперт торгово-промышленной палаты Российской Федерации, автор публикаций в профессиональной прессе, лауреат московских и российских архитектурных конкурсов и фестивалей. Никита Владимирович, здравствуйте. И через некоторое время, буквально, я думаю, минут через 15, к нашей беседе присоединится Сергей Олегович Кузнецов, главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы, главный архитектор Москвы с 2012 года, лауреат престижных международных конкурсов, куратор творческих инициатив и руководитель авторских коллективов значимых проектов в России и за рубежом. Нужно сказать, что Сергей Олегович совсем недавно, ну, относительно недавно, во временных рамках, в общем, внедрил дизайн-код в Москву, и это интересный, яркий опыт, который, мне кажется, сегодня будет нам в рамках дискуссии очень интересен. Так, давайте же непосредственно приступим к нашей беседе. Я думаю, что, во-первых, мы заслушаем сейчас доклады, как говорили раньше в Советском Союзе, ну а сейчас, говорят, в общем, повествовательная часть у нас. И начнем мы, пожалуй, с Лео Холлиса, писателя и историка-урбаниста. Лео, вам слово. Спасибо большое. Спасибо большое, что пригласили меня поучаствовать в этой дискуссии.
Начну я с провокации. И выложу все карты на стол. Мне кажется, что городской код — это ровная противоположность того, что должен представлять из себя город. И более того, скорее всего, городской кодекс или городской код потерпит неудачу. Позвольте, я распакую свою мысль. Начну с цитаты одного из моих героев, и здесь я даже поделюсь своим экраном. Okay. Oops. Okay. So, to start off with a quote from Начну я с цитаты моей героини Джейн Джейкобс. Города имеют возможность предоставить что-то для всех, но только тогда, когда они создаются для всех, всеми. И эта идея лежит в основе того, что я называю социал-урбанизмом. Мы смотрим на город, но часто видим лишь его физические формы. Здания, дороги, торговые центры. И мы редко судим о городе относительно того, что происходит в пространствах между ними. Презентацию мы не видим, и боюсь, что потеряем часть информации. Презентация, к сожалению, не видна. Посмотрите, пожалуйста, технически, может быть, нужно нажать где-то? Yep, I should that. I've lost. Ничего страшного. Потерялся. Ага, вот так должно быть. Так, прошу прощения, возвращаюсь назад. Извините, пожалуйста, меня все. Все в порядке, можно продолжать. Да, давайте еще раз начнем, но уже теперь с поддержкой визуального ряда. Can you see Сейчас that? Видно, да? Мы спросим технических специалистов. Зеленая кнопка. Okay. I can move on. Я на самом деле могу и без картинок все рассказывать. Это не так важно. Ой, простите, я продолжу. Еще раз приношу свои извинения. Тогда покажите лицом и руками, ничего страшного. Замечательно. Значит, что я хотел сказать? Для меня города создаются из людей. И о чем мы должны думать, когда речь заходит о городском строительстве и создании городов? Это пространство между зданиями. Последние десятилетия, мне кажется, мы забывали об этом постепенно и последовательно. Вместо этого мы даем предпочтение зданиям как финансовым инструментам, общественному пространству, как вопросу безопасности, к толпам относимся как к опасности, к мобильности как к вопросу эффективной производительности. И слишком часто эти приоритеты обеспечивают хрупкий, краткосрочный урбанизм. Мы должны помнить, что в рамках такого контекста мое понимание дизайн-кода наводит на следующую мысль. Дизайн не может создавать пространство сам по себе. Архитектура или планировка не притворяют город в жизнь, не производят улицу. Дизайн редко бывает политически нейтральным. Все, что связано с городом, политически связано. Поэтому мы не можем избежать трудных вопросов при проектировании. И мы должны попытаться ответить на некоторые из этих дизайн-вопросов еще до того, как мы начинаем процесс, используя язык архитектуры. Когда код, накладываемый на городскую среду, не ссылается на контекст, историю, сообщество, проживающее в этом городе, он неизбежно терпит неудачу. И если нас чему-то и учит эта пандемия, так это то, что планировать неожиданное, непредвиденное, исключительно сложно. Поэтому мы должны создавать места, которые гибки, которые постоянно эволюционируют. Эти вопросы раскрывают некоторые фундаментальные проблемы. Что является хорошим городским пространством? И здесь я хотел бы обратиться со следующим вопросом. А для кого разрабатывается это пространство? Кто является собственником города? Хочу привести несколько примеров использования или неиспользования стандартов или кодов для переопределения пространства города. Я целенаправленно буду избегать некоторых более очевидных примеров и буду стремиться к обобщенным наблюдениям. Давайте возьмем самые ранние проекты Ле Корбюзье. Проект под названием «Ле Квартье Модерн», современные кварталы на окраине Бордо во Франции. В 1926 году, через три года после публикации известной книжки,
Ле Корбюзье пригласил эксцентричный промышленник Анри Фрюш для проектирования 150 новых домов для рабочих. Ле Корбюзье рассматривал это как возможность превратить свою теорию современного дома, машины, в реальность. В конце концов, им было построено и спроектировано всего 50 из 150 домов, но тем не менее, именно он положил начало целому кварталу, который вращался вокруг одного дизайна. После того, как он закончил дизайн, дома были отданы рабочим. Но никто рабочим не сообщил, кто должен туда переезжать, потому что эти дома были скорее инструментом проживания, нежели благости дома. И первые люди, первые рабочие отказывались там жить. Им не нравился стиль, им не нравился дизайн дома. После этого дома были переданы бедным работникам. И практически сразу же новые жильцы начали приспосабливать и персонализировать проекты Ле Корбюзье. К обычным фасадам были добавлены традиционные деревянные ставни, начали появляться растения. То, что разбивало модернистские линии корбюзьешной архитектуры. И эта история часто забывается, когда изучают биографию известного архитектора и дизайнера. И в этом виновата скорее не архитектура, да, а люди, которые пользовались этими зданиями. Сам Узус положил конец архитектуре Корбюзье в этом случае. И Корбюзье даже иронически говорил: «Знаете, жизнь всегда права, архитектор ошибается. Именно архитектор ошибается, жизнь нас всех, как говорится, исправит». И мне кажется, что в этом есть ирония дизайн-кода. Хочу предложить другой пример. Это дизайн физического пространства. Тут мы представляем переосмысление, как можно манипулировать городскую среду для создания новых результатов. Возьмем креативность. Многие города сегодня рассматриваются как некое творческое пространство. Ну а как мы можем улучшить эти качества творческого пространства? В 2009 году генеральный директор компании ZAPA Тони Ше купил 55 акров. Это примерно 20 кварталов в центре Лас-Вегаса выкупил для того, чтобы протестировать свою теорию урбанизма. Там он планировал построить так называемую рабочую столицу мира, коворкинг столицу мира, доказывая свой расчет, почему именно города являются центрами инноваций. На поверхности этот проект выглядел серьезным вовлеченностью в построение сообщества. Там предполагались самые поздние представления о городе, о том, что город должен быть устойчивым, должен быть пешеходным пространством, креативным, который должен происходить и развиваться в существующем городе. Ну и в его сейлс-питче, то есть в его продажной речи, звучали и звоночки. В сердце философии Томми Шея, в рамках его философии, в рамках его дизайн-кода лежала идея дизрупции, подрыва. Он ее взял из мира стартапов. Именно так он считал необходимо относиться к городам и городским пространствам. И, в частности, он разработал теорию того, что он назвал потом коллизионность, возможность создания столкновений, да, коллизий. Это основано на предположении, что инновации и экономический рост исходят от того, что люди сталкиваются друг с другом, взаимодействуя. Таким образом, дизайн-код сводится по-хорошему к простому алгоритму. Чем больше люди друг с другом сталкиваются, с чем большим креативом, тем лучше. Он даже свел это к конкретной математике. Если есть у нас некое определенное пространство, так вот в рамках этого пространства можно посчитать, сколько раз люди друг с другом сталкивались в течение часа. Понятно, что это полная чушь. Понятно, что это некая презентация в PowerPoint, которая в реальном мире не значит ровным счетом ничего, но именно такой дизайн-код был им использован, и именно это появилось в центре пустыни Невада стоимостью многие миллионы. А сейчас этим кодексом не пользуется никто. Мне кажется, что город — это операционная система. Его нельзя свести к некому универсальному коду, его нельзя воспроизвести, это живое. И мы часто недооцениваем и не понимаем, как горожане используют город. Не то, как мы думаем, не то, как мы хотели бы. Я имею в виду дизайнеры, планировщики, архитекторы. Ну и последний пример.
Была одна история в 60-е годы. Холли Эйч Вайт, известный автор из Нью-Йорка, начал наблюдать за разными частями города. И в одном месте, где он проводил свое наблюдение, находилось рядом с известным магазином на 5-й авеню. Он смотрел, где останавливались люди, где они друг с другом сталкивались и где они начинали общаться. И что он увидел? Что люди часто используют не так город, как предполагают того архитекторы или планировщики. На самом деле, люди всегда город воспроизводят, сами его наполняют новым смыслом. Поэтому, скорее всего, нам необходимо думать об альтернативах дизайн-кода, которая дает власть не в руки архитекторов, политиков или дизайнеров, а наделяет властью само сообщество. В Лондоне, например, идет движение создания так называемых планов сообществ. И эти планы сообществ — это планы, которые находятся в оппозиции тому, что предлагает администрация. Пабло Сендра и Ричард Сеннет обсуждают это в своей известной книге «Разрабатывая беспорядок. Дизайнинг дизора». Они утверждают, что мы должны найти способ принести больше беспорядка, нежный хаос, как они его называют, в город. Что нам нужно этого больше, а не меньше. В ответ на этот режим постоянные попытки украсить город, сделать его более эффективным, поверить, как говорится, алгебру гармонии, сделать его более коммерчески привлекательным, мы теряем душу, сердце города, того, что делает его реально великим. Поэтому они предлагают новую альтернативу. Регенерация на базе желаний сообщества. Приоритеты людей ставятся во главу угла, нежели экономика или ткань городской жизни. И мне кажется, что это исключительно интересно, потому что это обращает нас к социальным вопросам. Это не кодекс, это не код, это скорее манифест. Спасибо большое. Спасибо большое, Лео. Ну вот, честно говоря, возникла масса вопросов. Например, можно ли избежать выхолощенности при введении дизайн-кода такой, да, очищения, что ли, города от всего и оставить его непонятно с чем. То есть рискуем ли мы в этом смысле потерять облик города? Но и то, о чем вы говорите, на мой взгляд, такие же риски создает потерять облик города, и он будет таким, как хочет общество, а приоритеты, как мы знаем, многомерные. Вот здесь вот есть над чем подискутировать, но я думаю, что в следующей части нашей дискуссии мы это обязательно сделаем. Давайте пока что я передам слово Тому Перри, руководителю направления «Архитектура и городская среда», компания «Design Council». Том, пожалуйста, с вашей точки зрения, как с градостроителя, вообще имеет ли смысл дизайн-код, необходим ли он? Ну, судя по всему, все-таки он работает, вот, но нужно ли продолжать его внедрение, как вы считаете? И что, в общем, в Великобритании с дизайн-кодом? Расскажите нам, пожалуйста. Добрый вечер. Сейчас хочу, чтобы вы увидели мой экран. Вы видите слайды? Да, слайды видны, пожалуйста. Прекрасно, спасибо. Как вы знаете, я работаю в Совете по дизайну, и мы продвигаем дизайн в Великобритании. Организация наша появилась после Второй мировой войны. Тогда было время глубоких перемен. Сейчас время глубоких перемен. И когда мы думаем о том, как ковид меняет города, как Brexit в Англии влияет на нашу, в Великобритании влияет на нашу экономику. И в 5-10 лет назад в Великобритании еще была большая проблема с
недостатком квадратных метров для жилья. То есть в Совете по дизайну мы смотрим на проблемы перемен, которые от десятилетия к десятилетию, как мы подходим к дизайну, и мы думаем о том, что в центре всего для нас должен оставаться человек. Мы занимаемся вопросами инклюзивности, чтобы люди из разных сфер жизни имели бы доступ к тому, чтобы менять жизнь вокруг нас, постоянно участвовать в перемене жизни, так сказать, быть, чтобы это был коллаборативный процесс. И я вот недавно вспомнил про район, рядом с которым я живу в Лондоне, Олимпийский парк, который был разбит для Олимпийских игр 2012 года. И у нас в Великобритании дизайн-коды не очень распространенная вещь, только у третьих городов примерно он есть. И как я вижу, как он обычно используется, это обычно используется для защиты такого видения сообщества и архитектурного видения. И здесь... Вот на фотографиях мы видим это вне Олимпийского парка, вокруг него такой аккуратненький такой райончик. И вот видите, у нас тут и там есть небоскребы, то есть никакого явно сверху никакого видения нет. А две фотографии снизу, совершенно ничего радостного не происходит. Да, то есть это плюс, как бы, здесь еще эти фотографии сделаны во время локдауна, что тут людей нет. Но это на самом-то деле такой вообще живенький район. И если посмотреть на него сверху, смотрите, вот с высоты птичьего полета, парк находится слева от центра города, такой достаточно традиционный для Лондона способ развития территории, то есть улицы, также, улицы также разбивали 120-150 лет назад. Дома, имеются правила на высоту домов, ширину улиц, заборы, парки, и, то есть даже иногда регулируются даже дорожные знаки. То есть мы в какой-то степени возвращаемся к такому же способу, такому же подходу к дизайну, который был 200 лет назад, когда город развивался в своем нынешнем виде. И правительство Великобритании вот сейчас фокусируется на этом вопросе, ну или вернее, выступила с предложением, скажем так, что качество жилых домов не очень высокое, и мы стали разрабатывать характеристики и специальные гайдлайны, как добиться этих характеристик, то есть создавать социальные пространства, улучшать качество стройки, и мы сейчас пытаемся разработать национальную модель для дизайн-кода. Будут существовать еще отдельные региональные коды. Это новый подход для Великобритании. И сейчас есть вопросы, есть ли у нас знания и ресурсы для того, чтобы добиться всего этого. И вопрос, как наши сообщества будут эволюционировать в процессе. Поскольку из моего опыта, поскольку я занимался программой вовлечения жителей районов в жизнь сообщества, и для этого нужно создавать, эти сообщества нужно, необходимо создавать и необходимо продвигать то, чего ты хочешь добиться в этих сообществах. То есть вот я вижу, дизайн сообща является, например, очень важным инструментом. И когда мы занимаемся этими программами вовлечения, мы думаем о таких крайних экстремальных пользователях, да, то есть мы думаем о кто является вот экстремальным пользователем железнодорожной станции. Это люди с инвалидностью, да, и вот мы думаем о них, мы строим системы
вокруг дизайн кодов, но о чем мы должны думать, о процессе дизайна и как мы вовлекаем людей, и как мы можем вовлечь максимальное количество людей. То есть вот, например, проект. Мы работали вместе с фирмой Opticus. Это проект для Габона, для африканской страны, и они у них схожий подход, как у нас в Англии, в Великобритании, и они, поскольку у них опыт планирования и зонирования не такой большой, и вот здесь мы видим план развития одной из одной из планов развития районов столицы Либревилля, у них развивающаяся экономика, и у них супер разрастающийся город, и нужно было остановить вот это вот спорадическое развитие, потому что это опасно. Как обеспечить растущее экономическое развитие, как обеспечить здоровые паттерны для страны, в которых вообще нет этой традиции в принципе. И что мы развили для них, это специальные зоны, элементы развития города. То есть у нас было видение, все согласились с этим видением, как будут выглядеть районы, насколько они будут населены. Но существуют отдельные какие-то участки, ты будешь знать, где будут дома, где ты берешь какие-то крупные участки и будешь разбивать там парк или будешь знать, по крайней мере, что можно, а что нельзя на каждом типе участка. То есть это контролированное, такое контролированное развитие, но также не то чтобы желание законтролировать все подряд, но код должен определить, главное, какой тип строений можно делать, а какой нельзя. Поэтому это дизайн мышления. Для меня, если код хорошо разработан, он представляет собой дизайн мышления. И мы пытаемся придумать инструмент, который решает проблемы, но люди должны верить в него, и люди должны идентифицироваться с ним и поддерживать этот код для того, чтобы он мог быть достижимым, потому что, помните, есть технические возможности для этого. То есть, мне кажется, код может иметь место, но как вам сказать, мне сложно. Понимаете, главное, чтобы создавать место, в котором хочется жить, а не какую-то стерильную лабораторию. Том, у вас все, да, сейчас на этот момент? Yes, thank you. Да, спасибо. Такая заочная дискуссия, хотя вроде бы мы еще не начали беседовать, но она уже началась, и Том всей своей презентации, можно сказать, отвечает Лео. Интересно, когда британцы спорят в рамках международного форума. Сейчас мы попробуем включиться в эту дискуссию. Одно, знаете, у меня родилось в процессе, пока я слушал и Тома, и Лео, что, вы знаете, мне кажется, что даже у организма есть границы, и эти границы — это его тело. Вот, у нашего организма, я имею в виду. И в данном случае вполне возможно как раз идеи Тома о том, что дизайн должен стать неким кодом, инструментарием, да, для свободы выражения, о чем говорит Лео, это может быть вот в этом как бы суть. Следующим выступит Никита Владимирович Токарев, директор архитектурной школы «Марш Россия». Никита Владимирович, вам слово. Да, здравствуйте еще раз. Да, сейчас я покажу экран. Вот он. Да, видно презентацию? Да, презентация запустилась, все в порядке. Мой разговор будет отчасти, да, контрастным, да, по отношению к презентациям британских коллег. С разработкой дизайн-кодов мы сталкиваемся в проектах для малых и исторических городов в российской провинции. Я имею в виду лабораторию «Марш»,
наше подразделение школы и универсального университета, вот, которое занимается консалтингом, организацией воркшопов, проектированием, да, и междисциплинарными проектами в области креативных индустрий. И вот мы проектируем уже в течение нескольких лет общественные пространства по заказу муниципалитетов, и каждый раз задаем себе вопрос, где граница этого общественного пространства и как оно встроено в городскую ткань, да, и что за пределами этого проекта, да, городской площади, улицы или сквера. Вот. И неизбежно мы приходим к вопросу дизайн-кода. Вот в заголовок я вынес такую, как сказать, оппозицию. Да? Что такое дизайн-код? Это макияж, да? Ну, как сказать, когда мы там подводим, да, красим ресницы, да, или, значит, губы, как бы слегка тюнингуем, да, как сказать, свой внешний вид. Да? Или это пластическая операция, когда нужно создать фактически лицо заново. Так вот, мне кажется, что в больших городах, да, о которых шла речь, это действительно скорее макияж, да, когда городская среда сохранна, да, и надо только регулировать ту активность, которая там уже есть. Вот. Ну или вот, например, да, на картинке город Томск. Да, и здесь можно сказать, что никогда в жизни не было такого документа, как дизайн-код. Да, а тем не менее, вот эти постройки 19 века и начала 20 века великолепно, так сказать, гармонируют друг с другом. Да, и дизайн-код был основан на местной ремесленной традиции, да, и на местной культурной традиции. Да, вот изготавливались такие наличники плотниками, да, они продавались на рынке, да, и каждый владелец дома мог его, этот наличник, купить. Да, здесь, как сказать, дизайн-код складывался естественным путем благодаря культурным особенностям этого места. Но что делать, да, когда городская среда разрушена, да, или деградировала, и когда местное сообщество недостаточно сильно экономически или в культурном отношении для того, чтобы этот дизайн-код создавать и поддерживать. Да, и вот здесь неожиданно дизайн-код становится такой пластической операцией по созданию нового лица этого поселения, новой идентичности. Да, здесь, как видите, вот две случайные фотографии, да, из тех городов, где мы проектируем. И здесь фактически нечего регулировать. Да, здесь нет никаких вывесок, никакого бизнеса, и никаких скамеек, и никаких фонарей. Вот, и здесь у дизайна и дизайн-кода совсем другая фактически роль. Да, мы должны создать лицо этого места. Или скорее, как мы это понимаем, ну, как бы бросить какое-то семя, да, некоторую такую, да, ДНК, зародыш, так сказать, дизайн-кода в виде нашего проекта. И вот мы вместе с местными жителями, с ними знакомимся, ходим к ним в гости, да, смотрим фотографии в семейных альбомах, обсуждаем и исследуем этот город, чтобы найти, ну, какой-то ключ, да, к тому, что могло быть дизайн-кодом. И вот у меня есть два примера наших проектов. Вот, например, город Кириши. Это небольшой городок в Ленинградской области. И там существует до сих пор традиция кружевоплетения. Да, причем эти кружева есть и в домах у местных жителей, они продаются в магазине, есть маленький музей, есть даже курсы, как сказать, где учат делать кружева. Да, и вот в этих кружевах есть такая характерная фигура, называется медвежья лапа. И вот мы предложили в своем проекте с помощью этой мотива, графического мотива этих кружев, да, как бы поддержать идентичность места. Ну вот, да, новые городская мебель, да, парковки для велосипеда, урны и так далее. Да, такой фактически новый бренд города, включая и предметы дизайна. Да, и как, так сказать, такое сооружение уже архитектурное,
да, это навес над открытой сценой, там, где горожане могут собираться летом на, и зимой на всякие мероприятия. Но это такой очень прямолинейный ход. Да, значит, здесь было за что зацепиться, да, уже в городской культуре был некоторый мотив, да, который можно развить. А вот другой пример, не такой простой, не такой очевидный. Да, это современный советский город, которому меньше 50 лет. Это город промышленный, индустриальный, но названный в честь композитора Чайковского, неожиданно. Хотя Чайковский вроде бы не имел никакого отношения к этому городу. И здесь труднее найти такие культурные корни, но, тем не менее, характер у города, несомненно, есть. Да, и есть идентичность, которая ощущается жителями, да, и она прежде всего коренится в советской истории. Да, значит, вот здесь есть как, да, цитаты об этом городе, да, о гидроэлектростанции, которая там построена. Да, и во всем городе есть такое сочетание брутальной советской архитектуры и промышленности крупной, да, такой жесткой сетки улиц и очень мягкой линии природы, да, побережья этого озера, водохранилища, и, значит, леса в черте города. Вот. И в нашем проекте мы предложили сочетание гибкости и мягкости, да, когда в такую жесткую структуру, да, вписываются разные наполнения. Да. Ну, в данном случае это городской пляж, который мы делали. Вот. Но есть надежда на то, что этот проект может стать, ну, началом, да, формирования дизайн-кода и для всего города. В заключение скажу еще раз, да, что здесь неожиданно у дизайн-кода совсем другая роль, которая не предусмотрена была его, как сказать, его изначально. Вот. И когда у нас есть много, да, активности, и нам надо только ее отрегулировать, как в Габоне или в Лондоне, это совсем не похоже на города, которые испытывают нехватку населения. Да, наоборот, там надо не регулировать, а поддерживать или как-то стимулировать активность, да, и предлагать жителям, да, самим как бы продолжить, да, вот тот дизайн, который мы предложили в своих проектах. Вот, спасибо, коллеги. Да, на этом у меня все. Да, вот финальная картинка набережной в городе Чайковский. Да, вот как видите, здесь как бы почти нет дизайна, кроме вот этой кроме ограждения набережной, но в нем есть, да, так сказать, такое как сочетание, да, прямых и изогнутых элементов, которые как раз и отражают, значит, так сказать, сущность этого города. Mm-hmm. Спасибо. Спасибо большое, Никита Владимирович. Ну вот и есть ощущение, что лучший дизайн – тот дизайн, который незаметен, которого не видно, который как-то органично встроен в городскую среду. К нам присоединяется Сергей Олегович Кузнецов, главный архитектор города Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству столицы России. Сергей Олегович, ну, вам слово. Я так думаю, что вот вы сразу с корабля на бал. Если есть вам что рассказать по поводу внедрения дизайн-кода в Москве, уверен, что есть, конечно же, то вам слово. И, может быть, пару слов, в принципе, о внедрении дизайн-кода. Вот, например, у нас были мысли о том, что, в частности, у Лео Холлиса, писателя и историка-урбаниста, он считает, что дизайн-код в некотором смысле будет мешать, как-то сказать, архитектурному прогрессу, в принципе, прогрессу городов. Вот вам слово. Добрый вечер. Прошу прощения, да, что я позже зашел. Тут так у нас все расписание сложное. Но смотрите, во-первых, в Москве нету и не планируется введение никакого дизайн-кода, и мы не занимаемся его разработкой. Хотя тема, да, я, кстати говоря, часто слышу вопрос, и я не очень даже понимаю его почву. Возможно, это от того, что у нас есть тема дизайн-кодов в отдельных проектах, которые реализуются. Кстати, реализуется эта тема дизайн-кода, я считаю, довольно интересна время от времени. Ну, есть известный проект «Садовые кварталы», где
был разработан дизайн-код в свое время, и я еще как архитектор сам там успел попроектировать даже в рамках этого дизайн-кода, и, в общем, это был довольно интересный опыт, и проект тоже, в общем, интересный, такой в Москве знаменитый, можно сказать. Есть тема с дизайн-кодом, не знаю, там, из того, что уже, чем я занимался как главный архитектор, например, на полуострове ЗИЛ, тоже мы в свое время разрабатывали эту историю, и то, что сейчас реализуется, тоже, в общем, преследует некий дизайн-код. Поэтому, ну, еще там несколько, может быть, менее известных проектов есть, но я считаю, что в рамках одного проекта это возможный прием, который позволяет сделать некую территорию узнаваемой своим лицом. Мы, кстати говоря, хотим сейчас в рамках конкурса на районы реновации, большой будет конкурс у нас на, в общем, огромное количество зданий, территорий даже, эту тему тоже опробовать, чтобы придать таким образом лицо, идентичность районам отдельным. Потому что, конечно, как мы знаем, вот эта вот тема пятиэтажек, кстати, тоже своего рода такой дизайн-код на весь город, который был, как раз сделал их очень одинаково унылыми все и такими техногенными очень. А мы как раз хотим сделать, чтобы у районов было свое лицо благодаря новой застройке, а не отдельным там осколкам старого там, или где-то, если есть там, например, исторические дома, это все-таки недостаточно, чтобы у района появилось полностью свое лицо. Вот. А в масштабах города нет, мы не планируем, и даже не обсуждалась такая история. Так, слышно меня? Что? Да, сейчас пропал немножечко звук, да, то есть слышно очень тихо. Давайте попробуем еще. Да, по-моему, звук вернулся. Можно так, продолжать. Хорошо. Я надеюсь, что слышно было то, что я говорил. Было слышно как раз хорошо, а вот сейчас стало слышно очень плохо. Хорошо, но я, в принципе, закончил уже. Или, ага. Или до какого момента вы дослушали? Собственно, до этого, Сергей. До того, что... Основная мысль понятна. Вы говорите о том, что не видите смысла во внедрении всеобщего дизайн-кода для мегаполиса. Вы говорите о том, что, в общем, речь идет о, скорее, каких-то точечных дизайн-кодах конкретных местностей, конкретных районов. Правильно? Я и не вижу, честно говоря, во-первых, примеров, где был бы внедрен дизайн-код и успешно действовал. Просто, честно говоря, может, я не знаю, но я не помню что-то мегаполисов с дизайн-кодом. Есть города большие, где как бы читается некий дизайн-код, сложившийся там при каких-то условиях. Но, наверное, Петербург в какой-то мере из наших городов можно отнести там, периода определенного к таким городам. Или Венецию, или, ну, известный пример Парижа, барона Османа. Да? Это вполне себе пример дизайн-кода на целый город. И это, в общем, виртуозно сделанная работа, и Париж, безусловно, прекрасен. Но я думаю, что в режиме, как сегодня, такой рыночной экономики и большого количества участников процесса и невозможности диктата, и слава богу, что невозможности, потому что иначе, ну, как бы обратная сторона дизайн-кода, я думаю, была бы какая-то очень сложная регуляция, которая, видимо, была бы очень обременительной и для общества, и для девелоперов, если бы такие еще в таком режиме остались, и для архитекторов, потому что, ну, последний опыт дизайн-кода в Москве — это так называемая сталинская архитектура, тоже, в общем, своего рода дизайн-код, хотя в полной мере он таким не был, безусловно, и это отдельный пласт, можно долго разговаривать, но факт в том, что, конечно, он относился к очень тяжелому периоду с точки зрения там, политики, развития общества, вообще ценности человеческого капитала, так будем говорить сегодняшним языком, вообще человеческой жизни, его комфорта и прочее. Поэтому мне кажется, что дизайн-код как-то в масштабах города идет рука об руку, конечно, с избыточной диктатурой, хотя часто диктатура дает интересные архитектурные результаты. Но, на мой взгляд, конечно, никакой архитектурный результат не стоит настолько жесткой регуляции общественной жизни и архитектуры, в том числе, как ее части. Мне кажется, сейчас возрадовалась большая часть общественности, ведь эти выводы сделал Сергей Олегович Кузнецов, главный архитектор города Москвы. Вот. Хотя у многих может складываться ощущение, что все идет по каким-то жестким регламентам с помощью каких-то серьезных рамок, сейчас мы понимаем, что в идеологии этого нет. И тогда давайте попробую с точки зрения журналиста, а может быть даже в какой-то мере с точки зрения обывателя,
сказать о том, что мы-то понимаем дизайн-код как свод правил рекомендаций по размещению, оформлению вывесок, наружной рекламы, фасады зданий каким-то образом, да, правильным образом оформляются. То есть я, честно говоря, пришел с этой мыслью сюда и сейчас понимаю, что дизайн-код — это вообще достаточно широкое понятие и скорее в большей степени архитектурное. Ну, давайте сначала тогда к Сергею по этому поводу обратимся и к Никите. В нашей просто российской действительности для нашей страны свойственно обилие разнообразных вывесок, самых разнообразных, цветастых, которые никаким образом не учитывают архитектурный стиль города. Вообще не, там, в 90-х годах это все было утрачено. По понятным причинам социально-политическим, вот, Сергей, может быть, вы начнете по этому поводу. В этом смысле дизайн-код спасает облик города? Спасает, да, в этом столицы? Я просто... Да, это на самом деле правда тоже называется дизайн-код, но для меня это, честно говоря, совсем другая история. Такой, да, свод правил. Мы сделали в Москве эту работу, и сейчас этот дизайн-код действует по размещению, там правильно назывался, информационных конструкций там и что-то еще. И это действительно стало альтернативой тому хаосу, который был, потому что раньше был порядок получения разрешений на любые вывески. И, как ни странно, ну, казалось бы, это жесткая регуляция, а дизайн-код на самом деле это вообще в данном случае не жесткая регуляция, а такой порядок, как в правилах дорожного движения. То есть если пока ты правила соблюдаешь, тебя никто не трогает. Если ты правила не соблюдаешь, на тебя накладываются штрафные санкции. В этом идея. То есть не надо больше получать разрешений никаких, просто есть правила. Если ты ему следуешь, то можешь больше ни с какими разрешениями не ходить. И это дало потрясающий результат, потому что, ну, мы видим, как отличается пространство Москвы сегодня, улицы московские, от того, что было, когда все было завешено с разношлаблонными вывесками на разных этажах разного, действительно, не только дизайна, разный дизайн хорошо для вывесок, а именно разного качества часто, какие-то там, какие-нибудь даже не вывески, а рекламные плакаты по факту, как выдающие себя за вывески. Вот. И мы сделали на эту тему дизайн-код размещения и форматы вывесок, и размещения, мест размещения и прочее. Это действительно дало хороший результат. Также мы делали дизайн-код по летним кафе, тоже переведя с порядка разрешительного на порядок дизайн-кода, когда просто можно без всяких разрешений по правилам по этим устанавливать летние кафе. Это тоже дало, кстати, и то правило хорошо и для бизнеса сказалось, потому что убралась большой коррупционный такой пласт этих разрешений и возможности с ними там манипуляций всяческих, и дало людям возможность более свободно вести свои дела. При этом заметно, просто небо и земля сравнить невозможно, более корректно для городской среды. Да, эти вещи сделаны, в Москве они работают. И, кстати, насколько я знаю, перенимаются многими городами, потому что мы часто имеем запросы на этот опыт. Но это в открытом доступе находятся документы, то есть их, на самом деле, любой может скачать. И я знаю, что города этим пользуются. Московская область, по крайней мере, я вижу, также реализует эти правила. Сергей, не знаю, надоел вам этот мем или эпитет, но действительно нам из Петербурга видно, что Москва похорошела. Мне нормально, кстати, я его оптимистично воспринимаю. Хорошо. Никита, ваше мнение по этому поводу? Может быть, обзор других городов, с которыми вам удавалось работать? Да. Ну, мне кажется, мы здесь пришли к очень интересному вопросу, который я сам себе задаю. В каком случае дизайн-код – это система ограничений? Да, вот о чем сейчас говорил Сергей. А в каком случае это, собственно, дизайн, да, то есть, как бы, ну, создание чего-то нового, да, какого-то специфического дизайна городской мебели, да, телефонных будок, ну, не знаю, остановок общественного транспорта и так далее, ну, вплоть до дизайна, собственно, самих зданий. Да, вот тут, мне кажется, такая развилка, интересно обсудить, в каких случаях хорошо работает один вариант, а в каких случаях другой. Да, мы сейчас увидели, что когда активность в городе бьет через край, то ее нужно регулировать. Да, так сказать, в той истории, которую рассказал я, да, никакой активности нет, ее надо стимулировать, да, как-то создать, подтолкнуть жителей и местные власти для того, чтобы они что-то начали делать. Вот интересно было бы услышать мнение британских коллег, как они видят, да, вот эти два, так сказать, два пути применения дизайн-кода и два отношения к этой задаче.
Лео, тогда давайте вам слово. Вы как человек, который стартовал нашу сегодняшнюю дискуссию и стартовал ее достаточно провокативно, как вы видите эти обстоятельства и отзывается ли у вас, скажем так, проблемы, которые есть в городах России? Ну, конечно. Есть два уровня. Есть способы обсуждать вот эти вот дизайн-коды. Они могут позволить городам стать более читаемыми. То есть это очень важно, чтобы люди знали, как двигаться по городу, как читать знаки, и как вообще разбираться, где они. Это дает городу такой визуальную карту, можно сказать, да? То есть надо иметь возможность двигаться по городу, и это одна из свобод нахождения в городе. Это очень важно. Меня очень поразило, мы с Томом, как мы в чем-то согласны, в чем-то не согласны. Было интересно, что как Никита и Сергей тоже в чем-то согласны, в чем-то не согласны. В плане использования кодов, как они, с одной стороны, существуют, возможно, пример, что ты работаешь с поверхностью, с поверхностным слоем, да, территории, с городским пейзажем. Но есть же более глубокий уровень. Почему ты этим занимаешься? Для кого ты это делаешь? И мне кажется, это всегда очень важный вопрос. Что ты будешь делать для как изменения, как развития публичных пространств? Эти вопросы, вот тому, кому это принадлежит, они являются основными. Если дизайн-код и полезен, то он должен в какой-то момент предложить ответ на вопрос, когда это место станет нашим местом. Когда оно перейдет от просто общественного пространства к пространству, которое принадлежит людям, которые им пользуются. И какие есть ограничения по нахождению в этом месте. Как люди пользуются этим местом. Это то, что происходит в Лондоне сейчас, когда какие-то новые проекты создают очень приятные общественные пространства, но эти общественные пространства не принадлежат обществу, они принадлежат кому-то, у них есть владелец. То есть, как вести себя в этих пространствах, правила поведения меняются. И есть фундаментальный вопрос, который очень часто забывают, когда мы обсуждаем дизайн-коды. Дело не только в поверхности, дело в том, что происходит в результате. То есть, когда мы думаем о том, что можно, что нельзя, что допустимо как в рамках общественного поведения вместе, где люди собираются и наслаждаются всем тем, что город может им предложить, но это в первую очередь гражданское место. И здесь мы учимся быть гражданами. Если эти места не являются общественными, это не важно, красивые они или нет. Они не работают как правильные городские пространства. Понятно. Том, вам слово. Знаете, я работал на проектах, в которых нет никаких дизайн-кодов. У меня нет такого мнения, как бы за или против. Просто есть различные уровни, на которых что-то можно закодировать, а что-то нельзя. И в Великобритании, и в мире, где я работал, существует как бы такая парадигма, когда ты разрабатываешь новое, города, городки, деревни, районы. Если ты не улавливаешь как бы движение, связей, если ты не улавливаешь структуры района, не создашь ты никаких условий для активности и жизненности. И это то, с чем как бы мы все время сталкиваемся. Я живу в Лондоне, да, например.
И большинство из нас, мы живем в городах, и мы едем жить в города, потому что мы хотим социального общения, мы хотим общности, и мы хотим создавать связи. То есть мы хотим, чтобы город бурлил, но что происходит в нашей стране там 20-30 последних лет, что города строятся вокруг машин, а не людей с точки зрения размеров и общественных пространств и связей. То есть тебе приходится ездить на машине, а не ходить из одного места в другое. То есть вопрос, можно ли дойти из дома, можно ли дойти до магазина, до работы, до школы, потому что сейчас наши дома — это наши офисы, но это другой вопрос. Просто вот появление этой структуры, оно сверхважно. И я написал статью о городах. Было два города на юге Англии, два разных девелопера, два разных участка земли. И оба строили, они никогда друг с другом не общались, никаких разговоров, они друг на друга не смотрели, и оба строили дороги, подводящие к своим районам, и они удваивали все, и дороги, и инфраструктуру, и в итоге получилась просто ужасно глупая ситуация, и это в Великобритании происходит направо и налево, и мне кажется, что нужно строить инфраструктуру, то, чего я не вижу в коде, это регулирование того, что происходит там на той улице или на той улице. В Великобритании у нас есть законы, регулирующие рекламу, что можно выставлять на улице, но я хочу жить в живом месте, я хочу, чтобы улицы были чуть-чуть безумные и хаотичные, но это не происходит, если ты не создашь вот корневую структуру. И хороший код, он дает тебе эту структуру, но он может адаптироваться, может меняться со временем и дает возможность для сообщества развиваться. Вот последние 20 лет мы работали в Greenwich Village. Там нет дизайн-кода, но есть генплан. И генплан, я не знаю, сколько раз изменился за последние 20 лет, но изначально там должно было быть 3000 домов, а в новом генплане 20 тысяч домов. То есть у нас был и кризис, жилого строительства, и еще какой-то кризис. То есть нам все время приходилось постоянно подо что-то подстраиваться. Но базовая структура, паттерны движения, паттерны развития общественных пространств, они не поменялись. Они эволюционировали со временем, и ожидание, кто там будет жить, количество этих людей изменилось, но если вернуться вот к основным принципам, эти принципы там до сих пор находятся, что это наследие, которое на самом деле выстояло испытание временем. Спасибо большое. Вот у меня здесь и возник как раз сейчас вопрос. Сергей, а вы как главный архитектор Москвы, по вашим ощущениям, дизайн-код и генплан — это вообще не одно и то же? Смотрите, вот коллеги, да, сейчас интересно рассказывали, я тоже хотел как раз, да, мысль очень правильная, что вопрос, что вообще считать дизайн-кодом, тут может быть просто разная трактовка, действительно, есть разные там правила, нормы, стандарты, кстати говоря, и там мастер-план, в общем, тоже отчасти дизайн-код, хотя, наверное, то, что привычно люди называют дизайн-кодом, как нечто, некие правила, относящиеся, скажем, там, к внешнему виду. Хотя надо сказать, что дизайн — это далеко не только внешний вид, или вообще, может быть, не внешний вид, а то, как устроено нечто, да, как оно функционирует, как оно работает, это важно. И в этом плане, если воспринимать дизайн не от как бы расхожего в русском языке понятия внешнего вида, а дизайн от английского там, проектировать, да, нечто, то есть разрабатывать, как оно работает, то да, действительно, тут мы
говорим с коллегами, я вот слушаю без перевода на английском, тут надо понимать, что есть разница, безусловно, в том, что звучит на английском языке, на русском, как дизайн-код. Я бы сказал, да, для англоязычной аудитории, мне кажется, например, наше постановление номер 305 по стандартам жилой застройки московской, да, когда мы ввели правила для жилья с идеей уйти от типовой панели, собственно говоря, не говоря про архитектуру, а говоря про правила, про стандарты компоновки домов и что там должны быть общественные первые этажи, прозрачные двери в подъезд, возможность разноэтажности, там угловые секции. Ну, много вещей, там было много пунктов, описывающих ну, как бы некую такую стандартную, при этом хорошую там, стандарт среды, который мы понимали, что невозможно достичь традиционными советскими панельными домами старых образцов, и придется девелоперам, кто хочет использовать, застройщикам, кто хочет использовать типовой prefabricated, вот этот вот способ строительства, им придется инвестировать в производство, чтобы соответствовать стандарту. Для понимания такого исконного как бы, дизайн-кода, действительно, это вполне себе дизайн-код. Да? То есть мы говорили про то, как должна быть устроена жилая застройка. Мы не называли это дизайн-кодом, мы называли это стандартами жилой застройки, хотя, наверное, можно вполне себе сказать, что это был дизайн-код, и он работает, сейчас работает на весь город. И таким образом, когда я сказал, что мы никогда не обсуждали и не делали дизайн-коды на весь город, оказывается, что я был неправ. Мы его делали, и делал его я сам, и очень горжусь этой работой. Просто мы не считали, что это дизайн-код. Вот, поэтому действительно, тут, видимо, можно говорить шире о неких правилах и регуляциях каких-то, которые могут быть названы дизайн-кодом, могут быть не названы. И в любом городе таких правил очень много. Я уверен, что и в Лондоне их очень много. Но в этом плане я считаю, что есть большая польза этих правил, потому что она, опять же, мне нравятся правила, снимающие ну, взаимную, скажем так, для застройщика, для бизнеса некое бремя, нагрузку согласований, а для согласующих инстанций, для оператора, скажем так, такого как мы, комитет наш, необходимость отсматривать, отслеживать и вести дискуссии застройщиками на тему того, что можно и нельзя. Поэтому мне нравится в этом плане то, что мы сейчас могли бы назвать дизайн-кодом, да, вот такие правила, потому что действительно я считаю, они хороши. В общем, также работает дизайн-код с вывесками, также работает дизайн-код с этими кафе. Они разгружают обе стороны от ненужных, я считаю, контактов, порождающих, в общем, либо там какие-то коррупционные связи, либо какие-то недоразумения, в общем, либо торможение, скорее всего, чаще всего торможение для бизнеса. Поэтому, да, такой дизайн-код хороший нужен, но, еще раз говорю, я, начиная сегодня вот эту беседу нашу, конечно, держал в голове как бы, дизайн-код такой традиционно у нас понимаемый, который, как я слышу вопросы, он касается такого, в общем, откровенно внешнего вида зданий, что мы не хотим и не планируем так делать, и это ограничит, безусловно, архитекторов и застройщиков, и город сделать беднее. Вот. А вообще масса правил, которые как раз убирают тему согласования и получения разрешений и вводят понятные для всех правила, это, я считаю, конечно, хорошая история, и можно и нужно делать. Спасибо. Может быть, Лео есть что прокомментировать, потому что я так понимаю, что у него все-таки кардинальная позиция по этому поводу. Или на разных уровнях работаем, и на каком-то уровне свод правил необходим, Лео? Однозначно. Если вы хотите, чтобы здания все-таки стояли, а не падали, им стандарты нужны. Поэтому в этом плане свод правил необходим. То есть, ну и в некоторых случаях есть требования по минимальной же площади, по минимальной полезной площади и так далее. Ну, например, идеальный размер квартиры для семьи. В этом плане данные моменты важны. И, конечно, мы не должны строить на будущее те пространства, которые нам максимум могут предоставить, я не знаю, какие-то неадекватные квадратные метры. Мы, конечно же, должны планировать и строить здания и дома для процветающей, цветущей жизни. И это действительно должно стать частью некого кодекса или кода.
года. Да? Вот в Великобритании такого плана правила настолько же распространены, как и везде. То есть минимальное количество и минимальный объем жилплощади, да, наличие минимальной инфраструктуры, социальной инфраструктуры в том числе. То есть есть правила, которые предписывают то, что должен делать каждый застройщик, да, в части своей социальной ответственности перед сообществом. И тут в этом смысле, да, своды правил такого уровня необходимы. Но помимо этого, если что-то может осматриваться как дополнение к этим стандартам, вот есть примеры генпланов, мастерпланов или то, что называется городские операционные системы, да, которые как бы не предписывают некую ткань жизни города, но как бы определяют, насколько просто можно строить что-то в городе. Вот, например, в Амстердаме, да, есть целое сообщество, полностью застроенное как бы самими гражданами или участниками этого сообщества. Но есть четкое предписание по наличию инфраструктуры, есть четкие предписания по сетке улиц, да, по некой, так сказать, направлению этих самых улиц и так далее. То есть я считаю, что дизайн-код может действительно обсуждаться на многих уровнях. Да? Вообще смысла у этого понятия огромное количество. Но все сводится к одной простой идее. И меня поразило, на самом деле, примеры Никиты, города Чайковского и другого города, который вы обсуждали, Кириши, да, где дизайн-код пытается найти идентичность этого самого города, ищет ее через дизайн. И мне кажется, что именно это мое понимание, именно так я вижу смысл и суть дизайн-кода, да, того, что мы сейчас обсуждаем. В самом начале начали обсуждать, и к чему мы пришли. И именно вокруг этого, мне кажется, вращаются вопросы как бы собственности, использования, кто является собственником пространства, кто является пользователем этого пространства. Вот эти вопросы таким планом дизайн-кода выносятся вперед. Есть ощущение, что в нашей стране мы просто не дошли до тех проблем, которые сейчас волнуют Лео и Тома, мне кажется. Ну, просто по причине того, что у нас существует еще, так сказать, наследие достаточно серьезное, которое требуется восстанавливать или, как говорил Никита, в общем, спасать, можно сказать. Так, Никита, я так понимаю, что у вас была какая-то ремарка, что-то вы хотели сказать. Да, совершенно верно, да. Спасибо, Лео, за такой, можно сказать, пас в мою сторону. Действительно, я бы хотел вернуться снова на Землю и к такому микромасштабу и отметить, что по нашему опыту обсуждения дизайн-кода, ну, в том понимании, о котором я говорил, например, служит консолидации местного сообщества. Да, это такая тема, которая живо интересует жителей. И интересно, что в маленьких городах мы обнаруживаем гораздо более прочные связи между жителями, да, поскольку они живут там давно и очень хорошо знают друг друга. И в городе, в котором 20 тысяч жителей, да, или 30 тысяч жителей, почти все друг друга знают. Вот, поэтому обсуждения получаются более живыми и быстрее удается найти контакт и, как сказать, предложить что-то, что отзывается в собеседниках. Вот, поэтому здесь важен не сам по себе дизайн, а даже возможность, как сказать, собрать жителей, да, и предложить им объединиться вокруг этой темы. Вот, а вторая ремарка. Интересно обсудить это вместе со всеми участниками. В какой мере дизайн способен быть, ну, некоторым драйвером, да, мотором развития, да, в том числе экономического. Может быть, у меня слишком такой идеалистический взгляд на вещи, но мне кажется, что иногда архитектура и дизайн могут стимулировать хотя бы немножко, да, как сказать, и экономику, и отношение жителей и приезжих к этому пространству, да, что там откроется кафе, наконец, иногда первое в городе, да, которого не было раньше, да, или еще какой-то сервис. А может быть, я слишком, как сказать, многого ожидаю от дизайна. И это только декорация, как сказать, которая оформляет жизнь.
Вот, хотелось бы услышать мнение собеседников. Мне кажется, Никита, что вы совершенно правильно мыслите и как раз надеетесь на то, что ваша точка зрения моментально сейчас будет поддержана, потому что, мне кажется, все основы там, не знаю, архитектуры, дизайна, в принципе, даже при обучении, они говорят о том, что заложена тонкая социологическая и психологическая подоплека во всем этом. Давайте Том тогда начнет отвечать на вопрос Никиты. Да, я согласен с тем, что дизайн гораздо больше, чем просто фасад и эстетика. Хороший дизайн на самом деле может продвигать, подталкивать коммерческой деятельности. Он может способствовать мобильности, здоровью граждан, особенно если получается у вас это хорошо. Дизайн создает те места, которые нам нравятся и в которых мы хотим существовать. Я работал над целым рядом проектов по всему миру. В бывших колониях Великобритании. И, например, мы работали с такими поселениями, что называется, самостоятельными, и мы пытались вдохнуть в них новую жизнь, пытались наделить их новым смыслом. Ну, такие территории самостоятельной застройки. Так вот, если вы понимаете контекст, если вы понимаете опыт тех людей, которые живут в этих пространствах, в этих городках самопальных, то вы можете небольшими совершенно мероприятиями, такими активностями, ну, послужить неким катализатором дальнейших изменений. На уровне конкретного квартала это что может быть? Например, проектирование перекрестка, дороги, к которым автоматически притягиваются люди, да, там появляются кафе, появляются магазинчики. Вот то, что вы говорили, Никита. Вот на более крупном масштабе, вот в Лондоне, если мы возьмем King's Cross, тут замечательный пример подобного рода работы, потому что King's Cross был в свое время... Ну вот что это такое? Станция железнодорожная 50-летняя. Качество общественного, гражданского, у нее не было никакого. Опыта она также не предлагала никакого интересного. И инвестиции в саму станцию, да, понимание того, что может происходить вокруг станции, привело к тому, что и сам город заработал денег благодаря малому и среднему бизнесу. И, в общем-то, появились новые рабочие места, и весь город, весь район зажил новой жизнью. Поэтому мне кажется, что дизайн выходит чисто за категорию эстетики. Дизайн — это действительно попытка создать место для того, чтобы привлечь к нему людей, для того, чтобы люди новый опыт какой-то там ощутили. И правильное управление этим местом, правильное насыщение его — это то, что требуется от хорошего дизайнера. Ну, кстати, достаточно вспомнить теорию разбитых окон. Она, конечно, подвергалась критике, криминологической теории, но, тем не менее, мне кажется, совершенно очевидно, что она работает. Хотя бы даже просто, если эти 3-4 эксперимента, которые были проведены в научных рамках, они не показали явных результатов, я думаю, с течением времени просто совершенно очевидно, что измененный облик города, он влияет, в принципе, на горожан. Вот, мне кажется, Сергею есть по этому поводу что сказать, ведь совсем недавно облик Москвы, ну, относительно, да, вековых рамок, что ли, можно сказать, изменился. Вот, и недаром мы уже упоминали, Москва похорошела. Сергей, может быть, есть у вас, как у человека, который работает все-таки в правительстве города, какие-то данные по этому поводу, по какому-то экономическому драйверу? Да, смотрите, вот то, что сказал Том, это абсолютно перекликается с тем, что я говорил, что, конечно же, это и, ну, в смысле в языков, да, в русском и английском, да и менталитете тоже, я считаю, в России совершенно ложное восприятие вообще термина дизайн. И массово люди, конечно, дизайном называют просто внешний вид, там эстетику, декор того или иного, не понимая, что дизайн вообще это то, как работает та или иная вещь или здание, или город. Это дизайн. Эстетика, его внешний вид является производной, небольшой, в общем, частью того, что является дизайном на самом деле. Да? И если говорить о Москве, да, конечно, мы видим очень большие изменения. Вот если, ну, брать вот период, который, например, по крайней мере, я застал на позиции главного архитектора, он почти полностью совпадает с периодом работы Сергея Семеновича Собянина.
на 2 года, ну, там, я пришел на 2 года позже, чем он начал быть мэром, стал мэром. И за это время я, ну, знаю статистику, мы видим эти там отчеты, они публично, не знаю, насколько кто их как считает, я всегда интересуюсь, я могу сказать, что да, у нас многое сделано в городе с точки зрения изменения среды, и не только среды дизайна в полном смысле, но и дискуссии публичные на эту тему, есть Московский Urban Forum, нас приглашают вот на культурный форум в Петербург с этой темой, например, и там дискуссии ведется. И я могу сказать, за этот же период, например, бюджет Москвы увеличился, там, по-моему, в 2.5 раза. Причем это все, да, поступления, то есть в Москве нет никаких нефтедолларов, как бы там кто-то что-то, может, не говорил, Москва ни у кого не забирает деньги, это поступление налогов предприятий, бизнесов, которые в Москве открываются и ведутся. Я ни в коем случае не хочу сказать, что такой рост – это только изменения в архитектуре, в дизайне среды, но я считаю, это, безусловно, рядом стоящие вещи, и способ управления, который дает эффективность, который побуждает людей к активной работе и дает им возможности активно и комфортно работать и развиваться, зарабатывать, растить экономику, на мой взгляд, это, безусловно, звенья одной цепи. И хороший дизайн, и хорошее устройство разных сфер жизни. То есть понятно, что у нас есть и много критики, и дискуссий по разным темам, хотя я считаю, вот сегодня я на зодчестве участвовал, почему я позже приехал, в дискуссии на тему, там так ставился вопрос, как избегать городских скандалов и почему скандалов, значит, типа становится больше. Хотя я как раз возразил, что то, что скандалов становится больше, и звучит это в контексте, что как бы жизнь или работа властей становится хуже, раз больше скандалов, легко сделать такой вывод. На самом деле, на мой взгляд, вывод абсолютно обратный. Диалог становится шире, и возможности высказаться становятся больше. И мы себе даже не можем представить, сколько при нынешнем развитии соцсетей и свободы вообще слова было бы скандалов, не знаю, там, в советское время или в 90-е годы, то, что в Москве происходило, там, каких-то исторических вещей и прочее. Поэтому я считаю, что, тем не менее, цифры – очень упрямая вещь, безусловно. Они говорят о том, что в Москве идет активнейшее развитие. Москва очень привлекательна для инвесторов, занимает топовые позиции во многих рейтингах. И да, все это время развивается активно, будем так говорить, дизайн среды. Можно сказать, что это совпадение. Я уверен, что это не совпадение, а взаимосвязанные вещи. Поэтому то, как ставит вопрос Никита, конечно же, дизайн влияет на успешность городов. Успех Москвы, я уверен, связан с серьезным редизайном среды, который происходит. И очень надеюсь, кстати говоря, федеральная программа, возникшая в Москве, ну, кто не знает, вот, может, коллеги из Лондона не знают, в России появилась федеральная программа развития качества среды городов. Федеральный бюджет выделяет средства, гранты, проводятся конкурсы. То есть это так не звучит впрямую, но я не имею ни секунды вообще сомнений, что этот тренд был задан Москвой. То есть именно Москва показала связь успешного развития с дизайном среды. И я уверен, что федеральная программа, конечно же, базируется на московском опыте. У меня сомнений никаких нет. Сергей, а в этом ключе нет ли ощущения, что все-таки Москва – это некая особенный город в стране, и есть ли шанс, что, ну, что подобные элементы, если будут реализовываться в регионах или в малых городах, они могут просто не взлететь или за отсутствие экономической составляющей, необходимой для того, чтобы набрать обороты, или, может быть, из-за каких-то других обстоятельств? Или есть все-таки какие-то элементы, которые реализуемы, несмотря ни на что, в малых городах, в регионах? Я могу сказать, что даже есть свои преимущества. Мы вот делали, по-моему, прошлый форум, культурный форум, я имею в виду, посвященный прям региональной повестке, и там многие идеи вращались вокруг как бы базового такого понимания, что есть свой большой плюс в регионах ввиду удаленности от центра и некой большей свободы в этом плане. Свободы принятия решений, даже когда у тебя меньше давления инвестмента и необходимости делать что-то, например, очень быстро для того, что люди хотят быстрый возврат там, прибыли и прочее.
И наоборот, многие города пользуются этими преимуществами, делают очень интересные проекты, которым, кстати говоря, я считаю, мы в Москве можем и учиться. И очень интересный опыт, например, Казани и вообще Татарстана. Очень интересный опыт сейчас, который начинается вот работы, я наблюдаю там в Нижнем Новгороде, например, да, вот коллеги сегодня показывали тоже на зачете презентацию. В Петербурге, хотя это, в общем, город вполне себе столичный, безусловно, происходят какие-то интересные процессы, проекты. Вот, так что я считаю, что тут нету ни ограничения размером населения или территории. Безусловно, вопрос развития экономики городов, бизнеса в городах, он, конечно же, сложнее и шире, чем развитие комфортной среды или там местного, скажем, дизайн-кода, вот в том понимании, как сейчас мы пришли к этому, да, здесь в дискуссии. Но я все-таки считаю, что это важный элемент, он подает очень важные сигналы людям, населению, даже просто как бы отношение к жизни, к ценностям. Я могу сказать, что когда мы сделали проект «Зарядье» в Москве, он очень повлиял, по моим наблюдениям, на вообще ментальность людей и восприятие того, что, не знаю, там можно и нельзя, отношение к, там, не знаю, к свободам каким-то гражданским даже. Да? То есть если власть реализует в центре города с американской командой такой вот очень лихой проект, который попадает в, там, во все мировые таблоиды там, на обложке, да, и все о нем говорят, и валом туда валят люди посмотреть, это все-таки очень важный сигнал, да, тому, что есть приоритет просто человеческих ценностей, комфорта людей. Ну, власти хотят нравиться, скажем так, да, делать что-то, что будет вызывать, безусловно, положительные эмоции. И особенно это пространство было сделано в противовес Красной площади, очень традиционно официальной, где проводятся там парады, я не знаю, и где мало, очевидно, мало таких гражданских функций комфортных, делается примыкающее, но абсолютно контрастное пространство парка Зарядье. Вот простой пример радикальнейшего влияния дизайна на восприятие людьми города, на жизнь в городе. Или то, что происходило во время чемпионата мира 2018 года. Да, и в Москве, и в других городах, как через изменения, в общем, средовые, да, архитектурные, тоже поменялась атмосфера городская. Поэтому тут, конечно, колоссальная связь. И не только в Москве, например, чемпионат мира показал такое возможно, а везде, где был, во всех городах отмечался, конечно, активный всплеск. И ну, вообще в целом то, что можно назвать словом позитив. Да, вообще конечно, позитив. Конечно. Ну, да, достаточно вспомнить, кстати, Олимпиаду. Как изменился Сочи за эти годы, сейчас мы уже... Это совершенно другой город, точка притяжения для всей страны. Кстати, Универсиада в Казани была большим толчком. Вот Казань очень изменилась. Я работал как раз на проекте Дворца водных видов спорта, проектировал, и я считаю, и горжусь до сих пор этим проектом, в Казани реализован к Универсиаде. И многое было сделано к Универсиаде, и, на мой взгляд, то, что Казань сегодня, безусловно, один из самых заметных и активно развивающихся городов России, во многом тоже получилось через вот, ну, такой проект средовой, скажем. Да, вот, да, он был сделан по поводу Универсиады, потом доделан там чемпионат мира по плаванию был, потом чемпионат мира по футболу, но, тем не менее, это был средовой проект, да, который дает, очевидно, активный импульс развития. Ну и поскольку я нахожусь в Петербурге, последнюю ремарку по поводу этого вопроса не могу не сказать. Мы с волнением ждем, что же будет построено на месте Тучкова-Буяна, собственно говоря. Да, посмотрим, как это изменит нашу среду, довольно консервативную. Петербург – город все-таки отчасти город-музей. Лео, есть ли вам что добавить по этой тематике? Да. Сергей приводит потрясающие примеры, но я хотел добавить, что на самом деле очень похоже работа Яна Гела. Возможно, вы его знаете. Мне кажется, он должен был что-то построить в Москве. Я не знаю, построил он в итоге что-то или нет. И этот архитектор, он открывает городское
прошлое, он убирает машины, и он пешеходизирует город. То есть он, эту идею он начал развивать в Копенгагене, и этот район Строгас в Копенгагене, когда запретили машины, район стал суперпопулярным, и люди приходили и приходили, и изначально владельцы магазинов, они ужасно боялись, они говорят, люди не придут, потому что к магазинам не подъехать, но случилось ровно наоборот. И Янгел стал наблюдать, почему люди приходили туда, что они там делали. И он сделал открытие, они туда идут не за покупками. Их, люди пошли туда, потому что им хотелось быть с другими людьми. И потом, уже придя туда, они уже стали покупать, есть и тратить деньги. То есть там было создано пространство, и уже экономика последовала за созданием пространства. И это, мне кажется, может быть создано на... Это можно масштабировать. И есть примеры из этого, которые идут снизу вверх, когда сообщества сами взялись улучшать себя, и это тоже ведет за собой как экономическое развитие от уголочка улицы, и потом может идти уже на целую улицу. Это настолько же важно, насколько важны большие городские проекты. Моя вторая мысль, что то, что случилось во время локдауна, это началось в Лондоне, и мне было бы, кстати, мне было бы ужасно интересно узнать, случилось ли это в Питере и в Москве. Но во время локдауна, когда мы все сидели по домам и не ходили на работу, качество воздуха улучшилось моментально. Это не экономический фактор, а экологический фактор. И что в итоге даст городу экономию в миллионы фунтов. И первый раз я вот сижу у себя в кабинете и слышу птичек в саду. Впервые в жизни, потому что мой опыт города совершенно... Революция случилась. И это был никакой не дизайн-код, который к этому привел, а жизнь сама. Лондон, Лондон — потрясающий город. Который зеленый на 49%. У нас есть парки, сады, деревья. У нас есть возможности для того, чтобы превратить весь город в национальный парк. И это потенциально тоже такой своего рода дизайн-код. Но мне вот интересно, думаем ли мы об этом? Как вам такая идея? Может быть, вместе с Янгелом вы создаете пространство, а экономика идет уже следом, и здравоохранение, и вообще ощущение качества жизни. Я сейчас предоставлю возможность Никите и Сергею ответить на это. И со своей точки зрения скажу, что локдаун вообще дал возможность задуматься о многом и об экологии, в том числе в первую очередь, поскольку, в общем, не от экологии, не сама ли природа начинает нас корректировать. И вот в этом ключе я еще подброшу последний вопрос в нашей сегодняшней сессии. Поскольку дизайн-код — это вообще и не дизайн, и не архитектура, а еще и социология, психология, на ваш взгляд, кто должен заниматься дизайн-кодом, и не значит ли это, вот мы много говорим о том, что рождаются новые профессии, что вот сейчас рождается некая новая профессия, такая комплексная. Никита, пожалуйста, вам время, буквально, если можно, по минуте, совсем чуть-чуть у нас осталось времени. Да-да. Не знаю, как насчет новой профессии, но мы, конечно, работаем в междисциплинарной команде, да, в которой есть и социологи, да, чтобы понять, значит, где, например, выбрать, да, место, да, вот для этого нового общественного пространства. Мы проводим опросы, анализируем данные соцсетей в этом городе, потому что от выбора места очень многое зависит. Действительно, те города, с которыми мы работаем, у них мало денег. Да, вот есть деньги на маленький сквер. Да, или только на одну площадь, да, и больше нет, и, может быть, не будет в течение нескольких лет ближайших. Поэтому от точности выбора, да, вот эта площадь или соседняя, этот сквер или другой, да, зависит, а принесут ли эти деньги потом отдачу, да, не в смысле получения, так сказать, прибыли,
да, а значит, придут ли люди в это пространство, да, и появятся ли там новые бизнесы и новые сервисы. И здесь, конечно, один архитектор не может справиться с такой задачей. Да, нужна серьезная аналитика, и без других специалистов мы здесь с ней не справимся. Вот. Но мы видим, и, по крайней мере, я очень надеюсь на это, да, что точный выбор пространства и дизайна позволит даже маленьким деньгам сработать, да, и принести социальный эффект в течение нескольких лет, там, 10, может быть, и 15 лет вперед, меняя качество жизни. Вот это, мне кажется, очень важное слово, которое сказал нам Лео. Да, и в конце я бы хотел очень коротко вспомнить одну замечательную цитату Альда ван Эйка, да, великолепного голландского архитектора. Я ее часто себе как-то повторяю. Да, он говорил, что события и места важнее, чем время и пространство. Да? Ну, то есть пространство, да, это просто физическая величина, а место, да, это, да, оно как-то связано с нами, с нашей жизнью. Так, точно так же событие – это не просто час или минута, а момент, когда с нами что-то произошло, и мы об этом помним. У нас есть эмоциональная связь с этими моментами. Вот мне кажется, мы должны создавать события и места. И наш успех измеряется как раз вот тем, есть ли они в городах, где мы работаем. Спасибо большое, Никита. Сергей, вам слово. И Сергей, и Том, буквально у нас по минуте осталось на ваши ответы. Сергей, ну так воздух-то очистился в Москве или нет? Лео так и не знает. Да-да-да. Это, кстати говоря, Лео прекрасно обратил внимание, что да, код чистого воздуха и прочее, очень меткое наблюдение. Я хотел сказать, что да, очень разные есть направления у дизайн-кодов, которые влияют не обязательно на экономику, но мы сейчас делаем тоже вполне себе экологический проект, хотя это проект про здоровье, да, вот в очень большой междисциплинарной команде с коллегами из блока соцзащиты и департамента туризма, там сеть, например, беговых маршрутов, прогулочных и беговых для всего города, потому что, как показывает мой опыт, да, то, что мы сделали там на набережных в Москве, то, что я делал проект в Лужниках, где огромное количество людей стало заниматься спортом, ну, любительским, массовым, ежедневным. Я считаю, что, например, это оказывает серьезнейшее влияние, что все-таки Москва довольно устойчива там, к коронавирусу, например. Да, вот с этой проблемой нам проще все-таки бороться, не такая большая нагрузка на медицину, потому что много людей вовлечено в другой образ жизни через дизайн-код, то есть через дизайнерское решение проблемы вовлечения людей в подвижный образ жизни, да, регулярный спорт и забота о своем здоровье. И это побуждает эти новые проекты. Вот тоже пример влияния, что мы можем через дизайн-код повлиять на массовое здоровье, а через это, конечно же, и на экономику, и я думаю, и на все прочие сферы жизни. Поэтому я полностью с Лео согласен, очень остроумное, ловкое такое наблюдение. И да, действительно, я вот тоже вспомнил, что такие тоже проекты есть, и они вполне себе относятся к дизайн-коду и влияют не впрямую, но, тем не менее, на мой взгляд, на экономику в том числе, хотя это экономика всего часть нашей жизни, а они влияют на нашу жизнь, то есть, мне кажется, это очень правильное положительное явление, даже непонятно, что важнее, на экономику или на здоровье влияет. Спасибо большое, Сергей. Ну и Том, вам финальное слово. Ну, значит, могу пожелать, что хочу, да, последнее слово перед смертью, как говорится. Да, действительно, наши города меняют наше сообщество. Локдаун вообще оказалось благословением, потому что я, в конце концов, птицу слышал. Все общественные пространства, я был предоставлен сам себе. И несмотря на ковид, несмотря на пандемию, все равно люди хотят быть с другими людьми. Мы хотим взаимодействовать, хотим друг с другом встречаться, мы хотим делать это в городах, мы хотим делать это в том месте, где мы живем. Мне кажется, ковид, не ковид, главное, чтобы структура была заложена, главное, чтобы возможности взаимодействия сохранялись и продолжали развиваться. Поэтому, мне кажется, живой опыт, опыт живого общения. Я, кстати, вернусь к тому, что говорил Никита. Когда речь заходит о
проектировании мест, когда речь заходит о проектировании городов, мы их проектируем... Ну, вот я, например, не могу проектировать города на 100 тысяч человек, на миллион, потому что я не понимаю, как люди могут использовать здания, как они могут пользоваться теми или иными пространствами. Поэтому мультидисциплинарные команды, команды, которые плюс еще ко всему партисипативны, то есть включают в саму работу жителей, да, и дизайн, который отражает требования и потребности людей, это критически важно для того, чтобы появлялись места, которые ценны для нас всех. И в конце концов, опять же, есть ковид, нет ковида, это уже не так важно. Спасибо большое. В финале хотелось бы сказать, что стало совершенно очевидно, что дизайн-код — это не регламент, не очередной запрет, а, похоже, необходимая комплексная междисциплинарная живая система, которая, сохраняя архитектурный облик города, формирует комфортную среду для жизни, для бизнеса, в общем, для всего. Поправим форму, а за ним расцветет и богатое содержание, присущее каждому мегаполису, каждому городу, каждому маленькому городку, каждой маленькой местности, каждому району. Спасибо всем большое за участие, спасибо участникам, спасибо Лео, Сергей, Никита, Том, спасибо нашим зрителям. На этом наша сегодняшняя встреча окончена. Напомню, что уже завтра, 14 ноября, в рамках нашего дискуссионного проекта «Культура 2.0» в 18.00 в 6 часов по Москве состоится дискуссия «Будущее электронной музыки в эпоху поколения Z». Присоединяйтесь обязательно. Меня зовут Сергей Фадеев. Всего доброго. До свидания. До свидания.